получается, как бы мужик сказал, мужик сделал, да? Не надо удалять канал, пишет Ксения. Ладно, ребятки, кто сегодня донатил на рулетку, я вынужден провести рулетку, потому что, ну, люди же донатили. Мужик сказал, мужик сделал. Я сказал то, что на четвертый раз я удаляю канал, потому что везет, значит... Хорошо, значит, мое время пришло. Напоследок я проведу рулетку. Я не могу просто бросить людей, которые донатили, не донатили деньги на это, и, ну, мне надо, ну, как бы провести ее. Не знаю, зачем уже этим людям добавляться в рулетку, если уже все. Но я в любом случае ее проведу. Тут я уже вынужден это сделать. Я не думал то, что вот этим сегодня закончится стрим. Мне максимально не повезло. Я не думал то, что такое даже возможно, чтобы 4 раза все взорвалось. Я это в шутку сказал, но сейчас меня подписчики этим будут... Если я не удалю, то тогда меня подписчики до конца жизни будут этим доставать. То, что это ты же сказал, ты же пообещал, и тебе надо удалить канал. Мне не дадут сейчас спокойно жить, потому что меня до конца жизни будут этим, ну, доставать. Ты проиграл, у тебя 4 раза все взорвалось, типа, выполняй, как сказал, ты мужик, и, ну... Ребятки, я был рад с вами быть знакомым, я был рад провести этот стрим. Давайте напоследок об... Всем пока.